Вот, Тёма и Валя нашли ёжика. Он ничего, никого не боится, сидит, балдеет. Угу. Здесь, он возле столовой живет. Здесь есть котик, он хочет его тоже погладить, да? Да. Он думает, что это мышка, просто она была сильно такая колючая стала. Угу. Какой красивый ёжик. Дети любят гладить ёжика или не любят? Смотреть на него. Его можно гладить, он такой добрый, он веселый, видишь, его гладишь, он такой веселенький. Он не колючий? Он не колюченький, он такой мягенький. А, он чихнул. Это он сопротивляется, это он вас пугает, чтобы его не трогали, да? Да. Да, ёжик или нет? Глаза его видно. Глаза веселые. Голубые, похоже. Голубые глаза? Голубые. Ой! Это вас пугает, чтобы его не трогали, да? А здесь есть собачка, она тоже не трогает его. И котик. Это один из питомцев этой столовой, наверное, здесь. Там даже вон дают, вон. Еда там. Здесь кормят. У них тарелочка есть большая, это для ежика кушает, наверное, молочко пьет. Нет, тут уже все съели. Вот такой у нас ежик. Хороший. Дети довольны. Угу.